Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Догвилль 2003 года. 1930-е годы. Спасаясь от гангстеров, юная Грейс оказывается в городе Догвилль, где-то в скалистых горах. Местные жители нехотя соглашаются приютить беглянку, если она будет работать на них, но затем их запросы становятся непомерными, а страх разоблачения превращает обывателей в жестоких подонков. Постепенно Грейс становится рабыней тихих обитателей Догвилля, убеждаясь, что в этом городе у доброты есть обратная сторона. Однако никто не знает, как опасно может быть Грейс. Вскоре Догвилль пожалеет, что посмел обнажить свои клыки. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!